Всем доброе утро. У нас еще есть недоделанные дела. Опять хочется кушать. И опять основа. Так что начинаем что-то думать. Так, надо перевернуть календарчик нам сегодня. Опа. Опа, опа, опа. Так, 31-е. Итак, весна в своих владениях. Полным ходом. 31-е число. Надо нам помыть посудку, да? Thank you.
Все, экономика должна быть экономной. Выключили колонку. Сейчас мы примемся за наши дела. Так, это мука. Хотя зря я, наверное, сюда это надо было макать. Ну ладно. Это зальем водичкой. Да помоется и холодной водой, без горячей. Кабачочек у нас. Вот так. Там не видно, да? Вот так сделал. Вот здесь так поставил полшу на косяк. Каждый раз газ по-новому пахнет. Так, масло налили. Теперь эти ж кружочки. Посмотри, хочет стрелять. Не-не-не. Мыть некому. Надо не вымазывать. Без ничего. Без соли, без муки. Притушили и все. Вот они, друзья. На медленном огонечке пусть просто притушатся. Так.
все. Сырничками. Дочек, посиди пока, я закрою. Потому что будет вонять. Надо открыть форточку. Вот такой сырочек у нас имеется. Мы его скушаем с сырничками. Пахнуха, делай пахнух, не помог, глянь. Стукнула и все, вся мука на мне. Ну, рыгаю. Вот они, красавчики. Пусть еще притушатся. А куда мы будем выкладывать? Вот в тарелочку. О, хорошо, я один делал. Вот так вот. Брызга, это не водяные. Кошмар, везде брызга. Ай-яй-яй-яй-яй.
Такие водяные же эти кабачочки. Чтобы масло подольем. Нам надо сырнички делать, творожок уже разминать. Один такой взяла. Пустые были, этот я брала по своей цене, а тут брала по скидке. Села на эти сырнички. Видите, такими квадратиками какими-то он. Во. Хороший, не кислый. И похож на творожок по вкусу. Так, что я сахарку сюда. Солью. Сольки, сахарку. Соды. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Жарится, наверное, уже. Пережарилась, наверное, уже. А что такое? Сейчас уже дожарится. Так, что я туда бросила? Сырок этот. Соль, сахар, сода. Надо уксуса немножко. Сейчас я достану. Ну, хорошие уже. Сильно не будем их перезаливать. Не стрелять.
Осталось только сварить кашу. Уже готовые кабачки. Сварить бы кашу еще. Тихо. Так, кабачочки готовы. Сковородочку сняли. Все, не стрелять. Есть, одна работа есть. Пойдем ты сюда доделаем. А то хозяйки такие, 100 работ. Прям ты что? Надо приготовить. Не хочу потом возиться. Приготовить, чтобы только доставать и ам-ам. Вот это мне нравится. Так. Сюда вброшу это ваш. Уксуса своего. Я вброшу яблочки тертые. Мы их скушаем, ничего не пропадает. Ничего не пропадает. Так, рукой достану, вот жмыху. И всю сырнички покладу. Вот. О. На 1000 будет. Все-таки, вы знаете, несложно делать яблок, сложно найти яблоки. А что ты тут заквасил, да и все, и сиди, жди 2 месяца. А это у нас еще уксус, пусть будет. Ой, я забыла, нам еще же надо селедку посолить. Ой-ой-ой. То я тоже ее купила, и все, она... А что мы помоем баночку и поставим так баночку, без этого. Без ведра или с ведром. Течет по банке, я не люблю, чтобы были пятна. Еще же нужно нам селедочку посолить. Сварить кашку, жарить котлетку. Ой-ой-ой, сколько у нас работы. Работай, Лара. Вот еще у меня есть подружка. Надо посолить ее. Как ее посолить? Мы положим размораживаться. Пока мы все сделаем, она немножко подмерзнет, и мы ее... Какая подружаня. Thank you.
так, и тряпочка чистая, все. Так, подушка размораживается. Не знаю, надо все-таки пшена помыть. Потому что это не дело. Надо кушать пшено. И будете здоровы. Кто мне там говорил от экземы? Вот пшено от экземы надо кушать. Пшено только разваренное. Не сухое. Хватит. Тогда это пшено в пакетик. Вот, чтобы не высыпалось. До следующего раза. Вот так. Оп. Все, готово сделано. Пыль какая-то в нем. Такой, не знаю, может это и грязь. Пыль какая-то просто в нем, вот, видите. Так, помыли, промыли. Мне кажется, оно растворится, если так все время делать. Что-то оно мутное и мутное. Почему недорогое? По-моему, я заплатила 18 гривен. Так. Ну что, убрасываем его в этот, в водичку нашу. И пусть оно прокипит. Кипит. Ложку надо. Может, брошу капельку соли, чтобы лучше оно промылась.
Так, сейчас закипит. Сейчас, секунду. Прозевать нельзя. Закипело. Пусть немножко прокипит. Так, прокипит оно, и я его солью. Я все каши так варю. Вот оно поварится там минут 5-10. А потом сливаю, прополаскиваю и опять все сначала. Пусть варится. Пойдемте с этим разбираться, творогом. Так, мы все бросили, нам нужно перемешать, да, яйца только. И вот так делаем, вот так делаем. Два сыра абсолютно разные. Этот сыр такими крошками круглый, такими резиновыми какими-то шариками. А вот этот, который в пачке плоский, он как сырковая масса, только творог без вкуса. Обычный. В общем, вот такая у меня получается консистенция. Так, и уксусные яблочки потертые без шкурки, с которых делал.